Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Великолепно. Понимаю, у тебя много дел. Неверный! Понимаю, у тебя много дел. Вы должны не просто держать клинок, вы должны стать с ним одним целым. Почему он так пишет? Толкнуть еще раз! Че, в чем дело? Зачем ты делаешь это? Даже он только что убил человека! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Ну и времена настали. Что произошло? Кто? Что произошло? Кто видел, что здесь произошло? Убийца на свободе. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Глупый старик.
Я убью тебя! Черт! Где этот проклятый язычник, который сделал это? Не дайте ему уйти! Он разревел! Ты не монах. Твой бог от тебя отвернулся. С ним приключилось. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся, я буду держать рот на замке. Может, этому безумию есть объяснение? Ассалатина и нанорок. О, боже, что он делает? Умоляю вас, господин, всего пару монет. Вот что бывает, когда бежишь сломя голову. Кто-нибудь на помощь! Ты смеешь красть у меня на глазу? Нет, я прошу всего лишь пару монет. Отойди. Что-нибудь нравится? Ну зачем ему это? Кто-нибудь на помощь! Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Дорога длинна, и вас ждет немало испытаний. Но Бог видит вас и ведет к победе. Ни шагу дальше. Пакре, а скоро и в Яке. Сейчас! Не бойтесь. Страх и сомнение – вот оружие наших врагов. И слушайте их ложь. Ядовитые слова сходят ростками смущения. Если вас искушают, вступайте и помогите. Если вы чисты сердцем, он... Сарацины разбиты. Ну и ладно. Мы выбили их из Акры и оттеснили от ее пригородов. Теперь они отступают. Смотри, что он делает? Умоляя Саладина спасти. Но он не стал. Зачем вообще вести себя так? Ибо никому не стоять перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Пройдет немного времени, друзья, и эта земля станет нашей, как и должна быть.
Как хорошо, что ты пришел, брат. Мне пригодился бы твой клинок. Тут в последнее время стало слишком много лучников, они мне мешают. Убей их. Всех до единого, и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором. Напомни, тебя не должны заметить, иначе они поднимут тревогу и придется скрыться, а затем начинать все сначала. Сына Божьего как своего спасителя. Что таится в сердцах их? Так пусть же Ричард защитит нас, ибо лишь если наши сердца будут чисты, мы сможем победить. Чума допадет на Саладина и на народ его. Мы с миром в святую землю, дабы распространить благую весть Господа нашего. Но они отвернулись, отказались принять Сына Божьего как своего Спасителя. Зло таится в сердцах их. Так пусть же Ричард защитит нас, заручившись Божьей поддержкой. Мы отвернулись от Бога. И вот он покарал нас, послав язычников к нашим стенам. Но Бог милосерден и может простить наши грехи. Нам лишь нужно попросить его об этом. Исповедуйтесь в грехах, он простит. Ибо страх и сомнение – вот оружие наших врагов. Прекрасная работа, Альтаир. Теперь, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом. Вот, держи. Это заказ на работы в госпитале Гарнье. Возможно, ты найдешь ему применение. Спросите совета у Бога. Если вы чисты сердцем, он ответит. Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти их. Но он не сделает этого, ибо никому не устоять перед мощью... Его нужно остановить, пока он не расшибся. А, Альтаир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнье де Наплузе. Гроссмейстера рыцарей госпитальеров? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Очисти этот город, и, может, этим... Ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Кто это сделал? Что? Должно быть больно. Осторожнее, пожалуйста. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Пожалуйста, господин, подайте. Вы не снимаете.
Я выпущу тебе кишки! Смерть ему! Я убью тебя! Помогите мне! Помогите, пожалуйста! Вы должны! Он идет! Хватит, сын мой! Я просил тебя вернуть его, а не убивать! Ну-ну... Все будет хорошо. Нет. Дай мне твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души. Я видел. Я видел. Но не мою. Нет. Мою ты не получишь. А! Возьми себя в руки. Думаешь, мне приятно? Я хочу сделать тебе больно, но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Все это ложь и обман! Он будет доволен только, если все склонятся перед ним! Не стоило этого говорить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных! Ты не удержишь меня здесь! Я снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги, обе. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Думаю, сегодня полегчало? Чего ты хочешь? Только помочь. Думаю, сегодня полегчало? Чего ты хочешь? Только помочь. Нет, ты хочешь сделать мне больно. Это все, что ты умеешь делать. Сын мой, с
сам факт нашего с тобой разговора говорит о том, что ты выздоравливаешь. Я тебя где-то видел. Или ты забыл, каким ты был? Я не могу вспомнить, как в тумане. Память вернется. Тогда... Скинь с себя бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию. Публичные дома. Тюрьмы, откуда мы их вытащили. Вытащили против их воли. Да. Но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен? Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. Но обожжется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь им? Я не верил в это. Я это знал. Альтаир. Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Перемотка на более поздний участок памяти. Есть новости, Альтаир? Гарнье де Наплус мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают и они, используются угрозы, обман и прочее. Существуют растения, Альтаир. Травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая.
Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствие. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва.